Всем огромный привет, меня зовут Асия, и сегодня я хочу вам показать свои летние обновки в плане гардероба. Хотя, наверное, по некоторым вещам сложно будет сказать, что это новые вещи, потому что я их прикупила в предыдущих сезонах, но с тем умыслом, что я их буду носить именно этим летом. Если вам интересно такое видео, то, конечно же, продолжайте смотреть. Кстати, меня уже какое-то время просили снять такое видео, видео о гардеробе, но с этим есть такие, можно сказать, небольшие трудности, потому что, если честно, я не покупаю себе вещи очень часто. И обычно случается так, что раз в полгода я выезжаю куда-нибудь за границу и уже там отрываюсь на шопинге, именно вот на одежде. А уже потом на месте дома я уже что-то докупаю того, чего мне, может быть, не хватает. И поэтому я до этого времени, в принципе, и не снимала такие видео. Не буду отходить далеко от темы. Сегодня у нас тема летнего гардероба. Но хотя мне очень странно снимать летний гардероб с нашей такой непонятной погодой, потому что у нас буквально через каждые 5-10 минут постоянно идет дождь, и температура не превышает где-то, наверное, 22 градусов, и постоянно нужно с собой что-то брать, сверху накидывать, потому что с голыми руками, плечами, возможно, будет очень прохладно. И поэтому меня просто выручает такая джинсовая куртка. Я обязательно все вещи покажу, как они смотрятся на мне. Но вы ее видели на мне, наверное, уже 100 миллионов раз. Я эту куртку купила прошлой осенью. И как только я не загружу фотографию в этой куртке в Инстаграм, все сразу спрашивают, что это за куртка, откуда это куртка. Это куртка из Pull & Bear. Она еще очень долгое время продавалась, Pull & Bear, но сейчас вроде бы ее уже нет. Я обязательно, кстати, оставлю какие-нибудь ссылки на похожую вещь. Я просто обожаю ее и понимаю, почему она столько собирает овации у всех у вас, потому что, ну не знаю, она такая клевая, она такая оверсайз и напоминает такие 90-е, 80-е, наверное, да. Она такая прям сильно потертая, выцветшая, и вот честно, она смотрится абсолютно со всеми вещами, то есть ее очень легко комбинировать. Я обожаю ее вообще одевать подо все, я ее ношу не снимая, и мне очень нравится ее комбинировать с какими-то даже такими нежными вещами. Я могу одеть какое-нибудь такое легенькое платьице красивое, сверху надеть ее, и она такая немножко грубоватая, но такое сочетание смотрится просто классно, мне очень нравится. Ну и продолжим тогда тему именно летних вещей. И следующая вещь это на мне. Это вот такая вот блуза-рубашка, да, такого классного голубого цвета, с такими полуоткрытыми плечами, что мне очень нравится. Это просто блуза и хит сезона. Все, кто ее не видят, все спрашивают, вау, что это, откуда. У меня случилось так, то, что однажды я просто пошла в Зару, это блуза, кстати, из Зары, да, пошла просто без цели какого-то шопинга, примерила эту блузу, мне она понравилась, но почему-то я ее не купила. На следующий раз, когда я уже собралась уже ее купить, да, я пришла, ее, к сожалению, уже не было, ее раскупили. Я так пожалела, потому что, ну, она очень классная, очень красиво смотрится, необычно. Думала заказать с какого-нибудь китайского сайта, потому что на китайских сайтах уже, кстати, появились аналоги такой блузы. Но потом я зашла именно на Зару болгарскую, у них доступен онлайн-магазин Зара, заказала ее себе туда домой, и вот мама, когда прилетела, привезла эту блузу с собой, и я очень рада, что я успела отхватить эту блузу, потому что я просила свою сестру посмотреть в офлайн-магазине, продаются ли еще такие блузы там. Она сказала, что она объездила все Зары в городе, их там, по-моему, 4 или 5 магазинов, но ни в одном уже магазине не было этой блузы. Вот такая вот она популярная и неуловимая. Это прям вот тоже моя любимая сейчас вещь, я ее ношу тоже просто не снимая. Она такая просто супер универсальная и какая-то нарядная с одной стороны. И ее легко комбинировать с какими-то джинсами, с какими-то такими casual брючками, шортами. И в продолжение хочу показать вам вот такой вот тоже топ. Он как бы садится на плечи, да, он с открытыми плечами. То он тоже из Зары. И она тоже такая прям воздушная,
красивая. Такой вещи прям веет летом. Я заметила, по-моему, в этом году очень актуален фасон вот этот вот off-shoulder и вот такой вот нежно-голубой цвет. К сожалению, не могу ее еще нормально поносить, потому что, как я уже сказала, у нас какое-то странное лето. Насколько я помню, я буквально недавно была в Заре, и они еще продаются, и на них даже, по-моему, уже есть скидки. И, кстати, у этих блуз очень такой похожий материал, который, мне кажется, очень приятно носить на себе летом. Следующий вот такой вот топ в бельевом, да, таком пижамном стиле. Мне очень нравится. Покупала я его аж зимой, когда была в Болгарии. Он из манго. И я просто обожаю вот этот вот тренд на бельевой стиль. И сейчас планирую себе прикупить еще каких-нибудь пару топов, но уже с кружевом. Мне так очень хочется какой-нибудь топ именно с кружевом, но все, что я пока встречала до этого дня, мне не очень нравится. Вот этот вот топ мне нравится больше всего, и он такой прям нежный, красивый, очень приятный к телу, достаточно, да, открытый, но можно накинуть, например, я ту же самую курточку джинсовую свою одеваю сверху. И, как я говорила, вот эта вот комбинация, такой нежный топ и такая более грубая куртка просто отлично смотрится. И это прям отличная такая базовая вещь, на мой взгляд. И она тоже вносит какую-то, мне кажется, изюминку в весь аутфит. Я ношу как и на выпуск, да, она такая немножко свободная. И обожаю ее тоже заправлять какие-нибудь брюки на высокой посадке, джинсы. Следующая вещь тоже такая достаточно базовая. Это вот такая вот рубашечка из H&M. Просто очень хорошего качества. У нее очень классная ткань. Написано, что это 100% хлопок, но, знаете, она похожа почему-то немножко на лен. И она такая немножко просвечивает, но, в принципе, я не знаю, ношу ее с обычным нижним бельем, и там ничего вызывающего нет, но просто отличная вещь на лето. И тоже вы, наверное, уже видели меня в ней на фотографиях в Инстаграм, и тоже некоторые поинтересовались, что это, откуда это. Ну, это просто абсолютно базовая вещь. Тоже, ну, совсем она очень классно смотрится. У нее немножко такой удлиненный крой сзади. И люблю ее заправлять именно спереди, а сзади оставлять незаправленной. Следующее вот такое вот платьюшко. Оно из Zara. И знаете, это платье уже такое немножко поплотнее. Его вот именно хорошо носить сейчас. Какой-то жаркий день его не наденешь, но сейчас пока погода благоволит. И вообще я люблю платье, потому что это тоже такая универсальная вещь. Не нужно думать, что с чем комбинировать, потому что у вас уже есть и верх, и низ. Осталось подобрать только обувь. И следующее платье, я его уже покупала в Таиланде, когда мы отдыхали прошлым сентябрем. И достаточно такое яркое, прикольное платье, цветастое, такое отлично подойдет на лето. Длина у него выше колена, сзади так, немножко такая открытая спинка, и здесь есть такой милый бантик. Это платье какого-то местного бренда, который называется Jaspal, я надеюсь, правильно произношу. Этот бренд есть практически в каждом торговом центре. Платье сделано из полиэстера, но в нем, в принципе, не сильно жарко и достаточно комфортно его носить. Здесь есть карманчики, что очень удобно. Я люблю платья с карманами. И следующую вещь уже можно отнести к категории аксессуары. И это вот такие вот солнечные очки, которые вы тоже, наверное, видели в Инстаграме. Я делала пост с ними. Просто обожаю эти очки. Это очки австралийского бренда, и они очень популярны среди американских бьюти-блогеров, среди знаменитостей. Моя модель называется Bronx, и я увидела эту модель именно у своего американского любимого бьюти-блогера Кэти Ластерлакс. Про эту модель она рассказывала о своих фаворитах, и просто когда я увидела эти очки на ней, я сразу же захотела их заказать и себе, и я так рада, что они мне подошли. Да, конечно, заказывать очки онлайн немножко опасно, потому что не знаешь, подойдут они или нет. Заказывала я эти очки на сайте Nastygal. Этот сайт делает доставку напрямую в Казахстан, но доставка в Казахстан оказалась достаточно такой затратной. Я просто заказала на свой адрес Astana Post. Вы знаете, я очень часто делаю заказы именно из Америки. Доставка всего обошлась в $5.
И их мне доставили потом сюда, в Казахстан. И полностью вся доставка, да, по Америке и до Казахстана оказалась выгодней, там, по-моему, на 30-40 долларов. И последнее, о чем я хотела бы вам рассказать, это мои кроссовки New Balance. Я наконец-таки заказала себе кроссовки New Balance, потому что я их уже собиралась заказывать, я не знаю, наверное, год. Я раздумывала между кроссовками Nike и New Balance. К сожалению, та модель, которую я хотела, именно Nike, она везде распродана в моем размере, и уже я пару месяцев отслеживаю, но мои размеры не появляются. Долгое время выбирала себе модель, и вот буквально недавно у них вышла какая-то вот такая вот новая летняя модель. Мне очень нравится, тоже вам показывала их в своем инстаграм. Заказывала я их на официальном сайте, тоже через своего любимого посредника postal.kz в Америке. И просто отличные кроссовки, отличного качества, они очень легкие, мне очень нравятся. Тоже я их ношу сейчас абсолютно со всем, и с платьем, и с джинсами. Тоже переживала насчет размера, потому что везде пишут то, что они маломерят, где-то пишут то, что они размер в размер идут. У меня свой размер 36,5 где-то, и по идее я вот себе заказывала уже UGG, и у меня размер 6. Здесь я заказала размер 6,5, и они мне отлично просто подошли, поэтому у кого размер такой же непонятный, как у меня, да, с половинкой, 36,5, то размер 6,5 будет вам отлично подходить. Также у меня есть для вас хорошая новость. Сервис postal.kz, который доставляет товары с Америки в Казахстан, дарит моим подписчикам код на скидку на доставку, и этот код ASIATV16, и когда вы будете использовать этот код, вам доставку будет считать не по обычному тарифу, а по 16 долларов. Этот промокод действует до конца июля. И на этом все, это были все вещи, которые я хотела вам показать, не знаю, было ли это много или мало. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте свои большие пальчики, поддержите меня. И также буду рада пообщаться с вами в комментариях внизу. Большое всем спасибо за ваше внимание и всем пока-пока!